Отважный сноубордист, марширующий пес и дерзкая норка. На очереди рубрика «Сплошные проколы». Отвага есть, а остального не надо. Сноубордист решил покататься в незнакомых местах. Молодой человек даже не видел обрыва, к которому он стремительно направлялся. О-хо-хо! Свою! Как не свалился вниз, наверное, даже не понял он сам. После осознания происходящего парень начал выкарабкиваться из ловушки. Когда это ему удалось, он спустился вниз и оценил масштабы обрыва. Высота среза составила около 13 метров. Гитара, гамак и ручей – что-то должно было обязательно случиться. Тайская гитаристка решила спеть песню на камеру. Все шло хорошо до определенного момента. Сук дерева, на котором держался гамак, внезапно сломался. Впрочем, девушка не пострадала. Более того, благодаря этому событию ее популярность серьезно возросла. Ролик посмотрели порядка 10 миллионов человек. А эта собака стала настоящей изюминкой парада. Во время шествия пес стал сопровождать солдат. Офицер попытался его прогнать, но своими усилиями лишь оказал медвежью услугу марширующим. «Хочешь есть – умей вертеться» – с таким девизом пришла норка к рыбаку. Черная особа проигнорировала человека и попыталась найти рыбу. Почуяв ее в ведре, она начала рыть подкоп, но добрый мужчина все же открыл крышку. Тут деловая колбаса. Давайте открою. Добравшись до желаемого, животное поспешило удалиться, что называется в английском стиле. А спасибо. Ну, пожалуйста. Лисан Сабирова, вызов 112.